трактор что? Ну, сервы поедет. Где трактор? Что? Трактор. Ножки спотели. Я не знаю, где трактор. I miss him, блядь. Да? А? Новый у Новый Са, да? Загорела кожа. Загорела кожа. Идеальное преступление. Миша не видит. Круто. Ну вот, он выучил. Он. Добро, холодно, брат. Только в голове. А, только в голове, да? Зима в сердце. Зима в сердце. Зима в ноги, брат. Что? Что-то произошло? Конечно, произошло. За***л ты, мою кружку забирай. Забери, Коляна. Кого? Это? Эй! Серж? Ну? А почему у тебя лежит? Ты сюда твой рюкзак украл. Зачем рюкзак? Зачем украл? Ты же купил? Браво, фона, найс, ха-ха-ха. Бир from Санкт-Петербург. Борода из Санкт-Петербурга, вот это позвал. Красивый зам, тепло. Ты посмотрел? Да. Игрок и Автодор. Да, да, с Калкин провел. Спортивный костюм все тренировается. Выйдем в куртках. Чего, блядь? 29. Чё, себе как 49, блядь? Ты, Миша, 30 нету. Комик, ты видишь, что они в кофтах там? Ну? А мы чё не в куртках вышли? Мы думали, что здесь будет тепло. Да не, опыт, смотри, посмотри, там пацанчик вообще раздетый. Не на опыте. Видно, что нового подписали. Но тут холодно, пи***ц. Like the cold? А? Вот тебе. Егор, ему очень зал нравится, спроси у него. Как тебе вот эти дорожки белые? It's amazing. Amazing, Jim. Он что-то сказал на английском. Что-то на английском было. My stress levels very high right now. Что такое? Ничего, Егор, тебе показалось. А подключи мячом. Смотри, сейчас на Джонни мячик поменяю, он не прыгает, смотри. Он никого не прыгает. Джонни! Рабочий лайфхак. Сейчас еще хуже прилетел. Не-не-не, хорош, да. Хорош. Ты слабый такой или мяч такой? Это мяч слабый просто. А я тиракс. 1, 2, 3! You want me to kick your ass again? Let's go. I'm tired of kicking if you guys. You know, okay. Every day I kick your ass at something. Давай. Shoot, motherfucker, shoot. Иди нахуй! Should I not shoot just to let him win? Because if I shoot and I make it, bye-bye, Jim. Bye-bye, Jim. Bye-bye, Jim. See, now I have to make it. Bye-bye, motherfucker. Ооо! Злится. This is why I don't play with him every day. Because it's just not fair. Not fair for me to win every single day. I'm a good friend, good teammate. He needs confidence for the game. Что это? Русская школа, вот. Калькулятор? Вот. Русский язык. Сладкий. Можем идти. Давай. Скажи два любимых слова на камеру. I don't know. Самолет. Не, вертолет. Подгузники, вертолете. Это что такое? Скажи. Подгузники, вертолет. Замечательно. Ну да. Музыку. Давай, да.
да, брат. Да. Теплотехник. Фиксик. Фиксик. Будем сушить тюльпан. Кого? Тюльпан. Ну, браво. Вот это вот, ну, за весь год это самое лучшее, что ты сделал. Команд, болен хроническое, прогрессирующее, смертельно заболевание, зависимость, реабилитационном центре. Форма классная. Это получше, чем форма приехала. Сапицы! Ай, чапарки! Стриптиз? Да. Джонни, Эбрис. Классные носки. Носки? Да. Мой дедушка, брат. Председатель СНТ пошел в разлювуху. Слишком красивый, да? Ну да. Со своей обычкой. Недоволен, что его обсуждают. А что в пакете? Здесь? Да. Орехи. Ну мы знаем, какие там орехи. Что, навыбирал, которые стучат? Тут их немного, парочку пришлось выбрать. Снимай. 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 Где? Я сейчас сниму. Давай снимай. Не по-хорошему. Буду я ничего снимать. По-хорошему снимаю. У меня есть вопрос к разыгрывающему защитнику под номером 3, Андрей Сокин, который забивал голы Аргентине. У него постоянно какие-то отсылки к сериалу «Слово пацана». Вот подойди у него, спроси, он знает вообще, почему пацаны не извиняются? Он знает почему? А ты знаешь почему? Я знаю. Почему? Я скажу только после того, как он ответит. Но пацаны в том, что не извиняются. Почему? Так было сказано в сериале. Это все. Знаешь почему? Потому что не косячат. В контексте баскетбола косяк для разыгрывающего – это потери. Поэтому... В контексте баскетбола косяк, он в Химках находится, играет. Дмитрий Коршаков, привет. Поэтому сделай так, чтобы тебе сегодня после игры не приходилось извиняться за потери. Нормально подвел, да? Подвел, так. Хорошо. Прям какая-то подводная лодка. Не надо подходить ко мне. Я еще не написал книгу «100 дней в Саратове». «100 дней в Саратове» книгу потом напишу. Пока ждем. Джонни, что ты делаешь? Нет чем заняться? Не, лето. А. К лету? А, к лету, да, к лету. О! Все, а? Один прыжок остался, Игорь. Давай попробуем. У меня один прыжок остался. Ладно. Один прыжок. Один. Хочешь набрать мне один из двух? Да. Стоп, есть вопрос. Сколько? Нет, не про цыганку. Ты идешь в проход? На тебе фолят. Как ты покажешь, где что был фол? Каким звуком? Или когда что? Мне уже спалили, если бы собирался. Вот тебе только ударили по рукам. В смысле не было фола? Так а фол уже показали или нет? Нет еще. А покажут? Ну вот от тебя зависит. Фау. Эй! Мяу! Не дай бог, сегодня на игре так не так будет. Мяу! Вы че? Ну, все понятно. А? Or A. A? Yeah. Oh. A! Yeah, like this. Oh. I don't know, I'm not an actor. Go watch the last game, you can hear. That sound is what the referee said, not... Sometimes I cuss at the referee, but that doesn't seem to help any. Да я не знаю, на самом деле я никогда не показываю фолы, но они не фолят. Три больше, чем два, я уже говорил 100 раз. На трешке не фалят, да? На трешке, кстати, в этом году меньше, чем в прошлом. В прошлом году они все прыгали, все уже поняли, что можно не прыгать. Я предпочитаю играть жестче, я не обращаю на такие моменты внимания. Просто локоточка летит в ответочку? Конечно, просто почисти руки, как называл знаменитый тренер. Кто именно? Не могу. Ну ты скажи. Мне сказали не говорить. Кто это?
сверху. Почисти руки чуть-чуть, вот так, локоточку, и все. Магнуть надо туда чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Макнул туда, окунул чуть-чуть, как некоторые профессионалы говорят. Больше не подойду. Че, ты ему прям разрешил свои тапочки взять? Ну, он старше, что я могу сделать? Он старше? Да. И что? Он куча старая. Куча старая? Куча старая. Куча старая. Кэм, вы кэм выбегал? Думаю, да. Джоан. Я могу вывести команду. У нас уже все. Да я могу вывести. Ну давай, поп рвется, давай покажи. Я открою эту победную серию. 6 минут. Секунда, пожалуйста. 360 секунд. В атаках. А? В атаках. В атаках тут надо подумать. Мне кажется, 26 атак. 26 владений. Нет. Нет. А ты посчитал уже? Нет. Прибегнем к помощи техники. 360 разделить на 24. Сейчас будет какое-нибудь число максимально легкое. Ну, естественно, 15. 26. Ну, я просто хочу, чтобы мы больше владели мячом сегодня. Я вот так назвал. Кто сегодня у нас? А, поп. Поп взял на себя груз ответственности. Да не, все, я здесь. Да, ну вот же. Я сила, я мощь, победа. Забыл скорость еще. Скорость в Москве осталась. Поп. Там Сава грустит. Сава грустит. Просто думаю, как он Артеля. Если Сава выиграет, он из полмиллиона и обещал соточку в команду там что-то сделать. Там не полмиллиона. Тысяч. Дан как? 500 тысяч, это полмиллиона. Из них он 1500 потратит на стрижку. Мне кажется, тебе надо выйти под песню «Пушка заряжена, не стреляй». Молния Маккуин, помнишь? Там? Я скорость. Я скорость, когда ты подъезжаешь больше на своей машине. Но у меня не красный. Меня поп отвезет тогда. Ты меня довезешь? На скорости? Да. Все тебе советов дали? Ты прислушаешься к чему-нибудь? Ну, постригусь тогда, ладно. Ну, они из этих 500 тысяч, а из своих. Ну, сиди какая-то стратегия, как мы будем Эртеля. В хеликоптер превращается. Они мне уже все надоели. Поп поедет вместо меня. Я ему сегодня один носок свой дал, он сегодня треху забьет. Есть такое дело. Треху забьешь сегодня? Момент будет. Треха будет посажен. А ты треху забьешь сегодня? Ну, попробую. Я думаю, что он копит. Если, если выйду сегодня? Для матча всех делать. Потому что там полмиллиона. А их надо как-то забрать в себе. Потом машину эту, блин, представляешь, большой этот транспарант положить как-то надо. Наверх, на крышу закинешь. Все, никаких больших тем про конкурс не хочу. I gotta be like Ellie. Shout out to my dog, man. Давай, все вместе, жестко. 1, 2, 3, А ты сегодня через Фридзон опальнешь? Вряд ли. А он через тебя? Надеюсь, нет. Надеюсь, нет. А что ты без свитера? Коврик маленький. Окей, let's go. Let's go. По игре умная или так можешь как хочешь, надо мелкие детали просто отработать,
все нормально будет. Не забиваю свои броски, они забивают тяжелые. Ты меня не слышишь, да? Браво. Надо выиграть. We need to win. Все просто. Simple. Хорошо идем. Ничего пока не буду говорить. Потом скажу. Руна. Ничего, очень хотели выиграть, не получилось. Едем дальше, едем в Самару, еще много игр. Все впереди. Нормально? Нормально. Все ли у нас впереди? Нас, наверное, да. Да. Поборемся еще, поборемся. Главное, чтобы не, как я тебе говорил один раз. Боролись, боролись и нахуй напоролись.